во-первых, сейчас 6:30 утра. Я впервые пришел на тренировку так рано. Обычно я занимаюсь вечером. Но ребята, с которыми я тренируюсь, решили начать это делать по утрам. И я такое долгое время сопротивлялся, говорил, ну нет, это точно не мое, мне это не подходит. Но все-таки я решился. И у меня есть заявление. Друзья, те, кто из вас тренируется до работы рано утром, вы просто мои герои, героини. Я вами восхищаюсь. Иду на тренировку. Погнали! Тренировка подошла к концу, и в целом есть такое ощущение легкой усталости, но в то же время и присутствует ощущение, что еще впереди целый день, а сейчас только 8 утра, и можно много всего сделать, так что в этом что-то есть. Посмотрим, надолго ли хватит у меня сегодня сил, но мне понравилось. После первой утренней тренировки я не стал делать поспешных выводов, а вот после второй понял, что теннис перед работой – это не мое. Потом весь день чувствую фоновую усталость и желание немного поспать. Друзья, делитесь своим опытом, пишите в комментариях, когда и как вы любите тренироваться. Будет интересно почитать. До новых встреч. Пока.